Доброе утро. Давай, Сергей. Доброе утро. Вот они мы. Ну, маленько посмотрел, как там наши благовестники-то были. Мне понравилось. Молодец. Не понравилось? Понравилось. Понравилось. Да главное, батюшка разговаривал, что они там приготовили обед. А они не остались. И причина-то какая? Ну, вроде бы как это... Торопились. А когда уезжали, я же говорил, надо уметь быстро уезжать. Ну, а тут тему-то я не продолжил. Я не знал, что там обед-то будет. А сестра говорит, нет, Игнатий сказал, надо уезжать. А батюшка посмеялся, о, сестры сказали, вы обязаны слушаться их. Я говорю, Игорь как раз бы слушался, а тут послушался. Я сказал, смотрите, не нарушьте. И все так получилось у них, как распорядок. И пели там, и... Николай даже Польгуев говорил, я тоже хотел поехать. Я не понял, они в двух селах были. Ну да, они приехали в районы, где было, а потом батюшка-то договорился встретиться в этом, ну, другом-то. Там туда, главное, намечено было. Тут-то в храме еще кое-кто встречается, мужчины, а там ни одного уже нету, и они бабушки. Ну, главное, что встретились. А видишь, как везде икона, обставились иконами, пришли на все село, постоянного никого нет. А в это время не говорится, там обязательно молитвенный дом есть, баптистов, адвентистов, иеговистов, там кого угодно. Потому что они идут и работают. Но видно, что... Батюшке-то понравилось. Ну, конечно, понравилось. Ага. Они как живой ручей какой-то, как поток живой воды. Да. Так они тут сколько за Игорем-то как потянулись, я говорю, как бы батюшка не заревновал-то. Все спрашивают вначале, да и с сестрами, лишь две согласились поехать, и, да не согласились, они прям сами напросились. Ну, наших-то сразу видно они, как и по одеянию, и по поведению. А такие же люди были. Вот что значит заниматься. А то тогда был носитель мироточивых икон, комиссия от патриархии социальной экономцев Иоанн Архимандрит. Вы не сочтите это за грубость, но народ наш тупой. Я думаю, ты благочестивый такими сделал-то их. Ну почему баптисты не могут сказать на своих, что они тупые у них? Или адвентисты? А здесь вчера тот разговаривал, который вышел на мне Александр из Севастополя-то. Батюшка говорит... И слюнями можно крестить, как в Евангелии написано. Я и назвал слюнявые крестители. Я еще не... А другой говорит, ну в Евангелии же написано, что песком надо крестить. Я в следующий раз назову их слюнявые песочники. И главное, в Евангелии. И кто говорит? Священнослужитель. Ой-ой-ой. Ну, их же так не учили для оправдания. А кто же научил-то вопреки Евангелию? Научили. Учитель-то кто? Один в Севастополе, другой в Кемерово, одинаково говорят, друг друга не знают. И главное, против Игнатия все одинаково. А видел? Нет, первый раз слышит мое имя. Но он на том уровне уже, он сразу против. Почему? А вот второе крещение. Да и первого-то не было, обманули. Что вы крутите? Она говорит, это Александра-то Кузнецова. Я, говорит, ваши проповеди слушаю, как они касаются-то. Ну хорошо, были бы они проповеди с вашей книжки, вы бы ни один не считал, такие же были приснятина. А так солью-то приправлено, оно их задевает, проказу-то снимает, бельма с глаз сдирает. А они, священники, на другом уровне меня ненавидят. И понятно, за что я не такой, это и совершенно натуральная, естественная реакция. Что тут удивляться? Вот сейчас, сегодня ночью, вот, там у нас после популярная, где самая это с Кураем, а вторая группа дятлов погибла от бесов. Как они нападают? Ой, эти дядьки-то, они очень злые, это на нас. То, что они на нас нападают, обзывают, это не злые они. А то, что я сказал, что бесы погубили их, это злые. Это интересно. Но вот вчера, уже... вчера мне позвонил из Киева парень один, тоже смотрит вас давно. И он говорит, чем я, чем говорит, он меня подкупил, Игнат Тихонович, то, что вот сегодня каждый второй считает себя там прозорливцем, знаете, ну, а он говорит, Игнат Тихонович себя наоборот объявляет, да я, говорит, ничего не знаю, ничего не вижу. Ну, я и говорю, у меня ни образования, ничего нет. Я только одно афиширую, что да, я услышал голос Божий, любите меня, и я полюбил Господа. Мою любовь отрицать никто не может. Я его люблю и люблю Библию.
даже самое нерасположенное ко мне и говорят, да, у него Библия на первом месте. Ну и все. Почему? Потому что я люблю ее. Вот сейчас этот раскрывал там Библию с одним, беседовали, то он открывает, это Лобачев Александр-то. Два места открыли, я ему сразу говорю, это синодальное. А тот начал считать, да это совершенно не относится к Библии. Интересно, на форуме, вот наши ездят, раздают, и там печатают наши эти визитки, которые вы закончили-то. Вот там, с Оренбурга, которая, и она уже пошла, сейчас Александр просит, мы тут издадим, чтобы дать. И вот 200, в среднем 220 форум, ничего не может сдвинуться. Один раз только прыгнуло, когда Андрея Кураева там я высказался, и они... Люди коснулись, и прям за 500. Я сразу Володе сказал, это не наши покупатели. Они прошли по магазину-то и ничего не купили. Так и получилось. Сразу сбавилось, и опять 220, 230. Даже до 300 не заходит. Вот интересно, как это Бог норму назначает. Ну это же вы сейчас в среднем, ну не то, что в среднем, а буквально паства такие, 200-250 человек. И тут как бы, видите, на этом уровне. Но они в Ютубе больше. Я вижу, в Ютубе количество посещений быстро перевалило за 500 тысяч, и дальше идет уже... Это другое, это уже как бы зрители, понимаете, это уже наблюдатели. А те, кто участвует, они на форуме. Вот эти уже как бы они участники. Ну, и что я как желал, какой форум-то, что у меня нету никакой ругани вообще. Месяц прошел, ни одного отзыва нету. Ну, не считай вопросы, которые мне модераторы скидывают, на которые я отвечаю. Вот и все. 220 человек – это не два человека. Это даже 220 – это все-таки живые души. И приходят они в течение не одного дня, а месяцами, и никаких отзывов не дают. Чего бы они ходили? Это значит, они находят то, что нужно. И они понимают, спорить не о чем, совершенно не о чем. Потому что четыре параметра – Библия, жития святых, святые отцы, патрология и каноны церковные. Все. Из этого никуда не выйдешь. И, между прочим, это не просто люди, а это наверняка учителя, что учат других людей. Да. Они заходят именно за свежими знаниями. Видимо, так и есть. Ну и мы вот видим, как у нас были, которые вначале, ну, до чего снимают, а сегодня таких вообще нету. К нам приходят, которые, Володя тут им камеру показывает, молчат. Я не думал, что так быстро мой ролик выставите там. И они сами видят и научаются, и другим говорят. Мы не добавляем, не купируем, не поносим, так как есть. Пускай человек научается с натуры. А это проще всего, кабинетный работник, он ну, вживую-то, как он Дворкин-то, он клеймит сектантов-то. А у меня другой подход-то, я говорю, они хорошие, многое можно взять у них, но они не церковь, вот главный корень-то, у них нет рукоположения. Я беру то, что ни попы никто не берут, вообще. Они не могут вычленить главное, чего тем не хватает. Они плохие. Вот я сижу у благочинного в кабинете, а в это время звонят. Вот тут пришли, видно, яговисты, я уже разговор. Да. Гоните их в шею! Они что-то... Гоните их в шею! Дальше отвечают. Да-да, приходите крестить. Да, сколько-то? 700 рублей там. Все закончилось. Сектанты плохие, бесплатно крестят, а у нас хорошие 700 рублей. Да того интересно прямо. Гоните в шею. Да ты бы народ. Вот я тут лежу, пришли яговисты к нам во двор здесь. Я мигом вышел с ним. Две девушки и парень втроем. И они, оказывается, устраивают какой-то семинар, встречу для глухонемых. А у нас как раз глухонемых-то человек 6 или 7. Вот. И я с ними стал говорить. У нас такой приятный разговор с ними получился. Так они своим расскажут не один раз. Пожалуйста. Сторожевая башня, ну, я целые пачки раздаю, свои считают люди, мы там много хорошего, у них умные люди, исследователи. Ну а дальше где хуление, так ты и разберись. Тебе идеально это устроено, где ни одного микроба нет, а нигде не будет. Нигде живут люди в таком резервированном состоянии, как Лыковы на Абазе. И первые геологи встретились, и трое уже из пятерых умерло. Почему? А они совершенно вне этой микробной среды были. Я сейчас ролик, я уже сценарий продумываю, хочу сделать эти ролики, чтобы они популярными были, но с благовестием, как они ездили. Надо было просто, я опять же сам не додумался, надо было у этого священника взять небольшое там минутное интервью, допустим, спросить, чтобы он дал
пояснение, для чего он пригласил, вот, допустим, ваших людей, понимаете? Ну, где ты раньше-то был? Ты раньше-то не сказал бы, это сделали бы, но это у нас, у них в программу не входило. Я им сказал, что это моя вина, они сделали все по инструкции. Вот в одном, в Корчине тогда были, и там начали нападать, а вот видите, там вам задавали вопрос. Я говорил, Виктор старше, если будет те, которые у нас ушли, там развелась она с семерыми детьми-то, это, вот, и не разговаривайте с ними, потому что она, ну, будет просто вам мешать. Ответьте на один вопрос, заходить, не заходить к ним в дом, обязательно заходить. Никого не презирай, но тут она явно вредит и не разговаривает. Они так, а другие уже начали, о, ваши ученики-то и ответить не могли. Наоборот, ученики послушные, все ответили. Их суждение не надо смотреть. Их мнение неверующих людей Златоуст прямо определяет. Писк комара, жужжание жука, карканье вороны. Успокойся. Но нам охота последнее слово, чтобы были за нами, мы врезали. Да не надо этого ничего. Доверься, Бог сделает так, как ему надо. Я сказал вот три параметра, три момента, которые я не прощаю. Я прямо говорю, я не прощаю, я его застукаю и в черный список занесу. Это когда нападает на Бога, на церковь и на Святую Библию. Вот три момента. А меня клеймят, да не, обо мне все не знают. Если все бы знали, так еще их слова показались бы слаще меда. Когда Бог на суде-то нас будет исследовать-то. А люди на меня, вас так тут клеймят, поносят, и вас как будто нету, вы молчите, почему не отвечаете? А я уже мысленно просчитываю на несколько ходов вперед. Мне нравился шахматист Роберт Фишер. Все, говорят, чемпионы, они, говорят, просчитывают на три хода. А он, говорит, просчитывал на пять ходов вперед. Почему его была победа? Мне нравится, когда профессионально работают. Я знаю, я ему отвечу так. А им это только надо, чтобы я вылез и стал. Вот он нападает, но я вылез, только он меня не видит. Я сразу беру его на заметку, в клеще зажимаю на молитве. Господи, открой ему глаза. Этот человек неравнодушный. Может, он добра мне желает. Но выйти нельзя на него. А что ему отвечать, когда у меня все сказано? У нас, главное, 21 декабря, вот оно рядом уже, будет ровно 2 года, как зарегистрировались мы на канал YouTube. 2 года. Я говорю, да как же так, мы же раньше выставляли. Оказывается, мы-то выставляли все ролики-то на Mail.ru. У меня их там 1300 или 1400 роликов. А эти-то, это уже теперь канал-то наш маленько известный делается. Сколько заходят и говорят, а я уже года 2-3, так 3-то года они уже выходят на Mail.ru были. А я, знаете, они не проявлялись, и я и не знал. А они, у них там работа идет. И мы, говорит, уже совсем не те, что были. Конечно. Дела сами себя работают. Да. Зерна, как говорится, растут. Их только орошают, они подрастают. Ну, я на первое место ставлю, я начинаю, когда вот кто-то выходит, вот, которая автозапись вот эта, она у меня под номером 1 идет. А что Володя снимает, я подготавливаю и вам отсылаю, что то вам удобнее соединять то с другим. Она, ну, получается намного красивее и лучше. Вчера у нас тут, я тебе скину один ролик, ты из него, может быть, что-то выделишь. Ночью-то мы пошли встречать своих там, а Володя в темноте-то глазастый, и увидал, лежит какая-то тряпочка. Он ее взял, а это воробей замерзший-то. Бабушек нашли ночью, пошли встречать своих, и склонись перед ним. А кошки-то как, гляди, глянь, ты кошек-то погляди, как они проснулись все. А этот-то что делает с ней? Ай, играет. Пошли, сейчас там не взяли. Телефон. Ой-ой-ой. Ты смотри, как лежали на верхней полке. И вот они чувствуют, что у него там крылышки. Ой, какой воробушек у него. О, его добыча. Все, пошел. Замерз. Их много замерзает тут. Но еще и мороз. Вот как он его. Вот как. А сам мурлыкает. Мурлыкает? А. Я-то не слышу. Вот интересно ему. А, поиграть-то как надо. А ему еще 1,5 года только еще. Вот он как. Давай. Держи, 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 держи. Теперь они к нему. Вон у него, бери. Ой, глаза-то какие сердитые. Ой, ого. Почуяла воробья живого. Да ты что такое, а?
Она же зафыркала. Иди. Держи. О, не давай им. Рыжая — это бабушка его. А эта мать сидит, она уже меньше его. Вон она как. И зарычала сразу. Куда она его? Куда ты его, мороженого воробья? Ну, пера полно подавишься. Что ты делаешь? А это что-то глаз прижмурило. Что с тобой, а? Ну, какие. Теребить надо, теребить. Сейчас она по всем коврам там понесет. Все. Подожди. Иногда говорят, кошек не люблю, они по столам лазят. Ну я понимаю, лазят, ну застели газетку. А почему ты не возникаешь, что у тебя по столу мыши лазят? Кошка-то она охраняет, она везде должна быть. Она, поэтому мы ей разрешаем везде, кроме спать на моей постели, где обедаем. А когда ухожу, она и туда заскочит и в окно смотрит, куда я пошел. Ну маленько-то, глядите, я не люблю аллергию. Пожу ее шерсть, погладь. А о животных, вот как конкретно о кошках, собаках, в Библии что говорит? А я все выставил. И о собаках, и о кошке. О кошке, кажется, поминается 3 раза в Библии. Один раз в послании Иеремии, где говорит, идолы, и по ним лазят кошки. Я говорю, у нас по иконам лазит, какая разница-то? А что вы сравните? Ну, я просто говорю. Вот для многих кошка не последний друг у меня, когда Виктор-то поет-то. И мне уже отвечают, надо же, все абсолютно вы взяли. И греет электрическую шерстью. Египетское чудо совершенства. И что она из Египта, и что она греет, и что электрическая. Вот все в этих словах. Мне очень нравится кошка, ну и все. А то начинают в другой раз. Вот голубей держат только добрые люди. Это прям в газетах пишут. У злого они не водятся. А собаку держат, это очень часто злые люди. Я говорю, а я один держу кошек, собак и голубей. Ну какой я, злой или добрый? Или с утра я голубям лезу, я добрый. А спустился с лестницы, собаку погладил, я уже злой сделался, злее собаки своей. Понятие какое. Откуда такая традиция, что в храм кошку пускают, собаку не пускают? Ну вот это уже придется придерживаться. Кошка ходит во время литургии, там у хора выступ, и митрополит один выйдет из алтаря, увидит, говорит, и улыбнется. Он кота этого любит, это его кот. Но если собака уже, обязательно храм будут освещать. Вот дорогая такая, они одинаковые, оба нечистые животные. Ну, вышло, зашло это, и все. Видимо, что-то есть в этом. Я никогда на это не посягну. Так, да, кошка может забежать, а собака нет. Почему? Я отвечаю просто, я православный, я православный. Это не просто традиция какая-то там закордонная. Она прямо действует сегодня в храме. И все. Я слышал то, что собака нагадить может, а кошка уже, как говорится, она не оправляется, где попала из-за этого. Да не, предположить, конечно, можно, но собака забежала, где она оправится-то? Вот мы молились. Ногу подняла, да на угол напрыгнула. Ну это на угол, это еще надо понять. Подняла ногу, может она нам что-то говорит своей ногой поднятой. А кот-то тоже может. Кошка тоже может, он Володя знает. То ее вырвет, то что. Я думаю, не только это. Вот юродивый стоит и... что же он там делал-то? Подожди. А магазин рядом, киоск водкой торгует. Он подошел и стену целует. Но кто-то оттолкнул, причем, говорит, посмотри, он дурак, он и есть дурак-то. Там, говорит, пьянь одна, он целует. А в это время он пошел мимо, говорит, а на храм даже не перекрестился. А он не перекрестился! А взял кирпичи лежат и давай по храму молотить. Они говорят, сдурел совсем, юродивый-то. А он, юродивый-то, все слышит и говорит, Господи, открой им глаза-то. И они видят. Люди теперь то, что они видят. Люди идут, ангел удерживает их. Не ходите в этот шинок-то, в корчму-то. И он целует ангела. А здесь храм облепили демоны, он их колотит. А люди-то не видят, думают, он храм колотит-то. Это, пойми, как притча. В этом-то что-то есть. Одни где-то там в лесу молятся. И один вышел ночью, пасхальная ночь-то. И он как отошел,
И назад-то обернулся, и у них это там, где Маленый дом-то, там облепили демоны, сколько их лезут, а потом как из окон пламя полыхнет, это молитва «Христос воскресе», он слышит пение-то, они шарахнутся, упадут, и не могут ничего сделать-то. И он никогда этого не видел. Вот как Макарий есть египетский, а другой александрийский, ему видение-то было, никому больше не было. Люди обычно как стоят? С причастием. Вот это причащается, с причастием поздравляет. А он видит, причащается как? В это время эфиопы черные влагают уголь в рот. У эфиопами это демоны показаны. А причастие незримое, это говорит, невидимое, рукой только относится обратно в алтарь. Никто не видит 2000 лет. Почему это священники скрывают? Пожалуйста, 19 января по старому стилю Макарий Александрийский. Я даю точные координаты. Ну, прочитайте. Прочитайте хотя бы один раз. Люди-то, чтобы знали. У меня одна говорит. Я говорю, был в храме, и там один идет, купил вот такую пачку большую свечек, а бабки перед ним, пустите, пустите его вперед, он идет. А эти свечи, они гореть не будут. Ну, отставить-то некуда, их вниз. Прошло минут 20, и в корзине обратно потащили продавать. Это поповский навар. А харистка одна и говорит, да это брат мой был, Володя. У них удачный грабеж был ночью, я уж скажу, говорит. И поэтому он дал обет, что если не попадемся, грабанем как следует, ювелирный это магазин-то, я куплю Богу 100 свечек. Ну, 100 свечек это меньше 1%. Они ограбили магазин. И обошлось без убийства. Вот и все. А люди-то ничего этого не знают. Свечки-то, да свечи-то вонючие. Они не восковые. Их в храм пускать нельзя. Я рассказываю, одна, мы купили воску, большие круги, она к нам вхожая, мало ее знали, но хорошая. И говорит, а моя мама как раз свечи и готовит. Так может она возьмется? Возьмется. И она взяла, и ну договорились, сколько ей воску отдадим, не за деньги. Она принесла, я гляжу, вот они блестят, свечи. Я говорю, а что они блестят? Ну она их в трубочки льет. А почему? Как вытаскивает? Ну она маслом смазывает. А каким? Вопрос. Ну, а такое вот, если вазелиновое масло. Да вы что? Мы все, всю партию свечей вот такой взял, мы все их забраковали. Да там тысячная доля процента. Вы фарисеи. Да, мы фарисеи, тысячная доля. Написано чистое, отвечайте. Я чистому Богу приношу чистое, а вы нечистому нечистое. А куда? В баню ходить? В туалет там куда? В сарай? Мы раздали свечи и все. Да ущерб. Ущерб, но не в совести. Это одна стоит, они обычно, которые хотят показать свою фигуру, ногу в колени переламывают и к стенке вот так, что ну, задница-то отклящилась. Вот, и одна стоит, а тут проходит депутат Государственной Думы, это вот проститутка. Она, да, но не политическая. Так и здесь. Надо еще и юмор иметь. Она гордится своей профессией, но она не политическая. А ты-то боишься сознаться политкорректная. Много в мире есть городгораций. Вот отступление от канонов, вот фарисеи, там законники, да? Да. А как можно отступать от закона, если, как говорится, за малым и до большого недалеко преступление? А я спрашиваю, почему да. Павел хвалился, что я от фарисеев фарисей? Он ставит это в похвалу, это помогало ему сохранять законы. Говорит, я был более ревностный моих сверстников. Более ревностный. Я тебе сейчас добавлю, вы знаете, мне когда я начинаю проявляться там как-то философствовать или что-то и библейские там цитаты какие-то, вот, и меня называют фарисеем или законником, а у меня прям даже гордость какая-то проявляется. Да, я законник. А я говорю, с фарисеев получился самый великий апостол, а из саддукеев никто, православные фарисеи. Потому что они все прибавляют, заповедь на заповедь, свои придумали толкования, там и пшеницу нельзя тереть, там. А саддукеи, они отняли все, выкинули книги из священного писания. Это сектанты, 11 книг выкинули, то не надо. Главное, любовь, где двое, трое, там и церковь. Я говорю, такого Христос не учил. Тогда зачем рукоположение? Зачем Павел говорит, меньше благословляется большим? Эти слова лишние. У вас кто рукополагал-то в 17 веке-то? Так а вот Лютер был епископ, ой-ой-ой, да он священником не был, он только монах был. Монах, и размонашился, 6 ребятишек нажил, на махине женился. Я конкретно говорю, я
не могу одобрить это, потому что перед Богом ты сказал. А у нас вот иеромонах был, а сейчас встретились с ним, он женился. А уж тут загибал, вот 19-й том у меня открытым оком, он там... Ну, он меня научил здесь вот делать. Вот до 8-го тома и вот этот Новый Завет, это он все верстал. Да, Господи, да прости, что можно ему простить-то. Я ему благодарен-то до самой смертной доски. Да он против вас, а вот это за бортом. То, что он помогал, вот это важно. А что он не послушался и вот нарушил этот обет, он иеромонах был, да два раза еще пошел старостильником греком, там еще переруку положиться надо было, ну и все остальное это уже. Но он восстал, и я знал, что он, я ему сказал, добром не кончится. Люди начинают иногда даже напомнить, как вы так говорите, а у меня нет ни одного неповрежденного, который нападал бы, остался целый. Притом повреждение страшное. Представь себе, иеромонах, размонашился, женился. Вы как считаете? Да любой скажет, что это неправильно. А тогда видно было? Не видно было. Он ни в чем этом не был проявлен. Не был. Но уже стоял рядом ангел, который уже дальше и дальше отходил от него. Потерял веру полностью. Ничего нету. Это не один у меня монах. Приезжает, спрашивает, что теперь делать? Я полюбил. А зачем ты принимал это? Я против обетов, которые дают монахи. Против. Но если ты принял, умри, но не нарушай. Что я не так сказал? А, да у вас как-то, как этот Сахара говорит, раздвоенность. Я говорю, не раздвоенность, расстроенность у меня. Христос сказал, вот я пришел исполнить законы. Вот. А какая разница между ветхозаветными и новозаветными заповедями? Новозаветные даны для совершенных, а те для детей, если коротко так сказать. Ветхозаветные были путеводителем, чтобы привести как нянька ко Христу. Вот задача какая была. И они выполнили. И теперь это тень была, а у нас сама истина. И ни одной заповеди Господь не отменяет в десятисловии. Ну а как же, люби отца и мать, там возлюби и прочее. Она так и осталась. Она осталась более возвышенной. Мы теперь заботимся об умерших. Мы, провожая за громом, желаем Царства Небесного. Вот. Все ветхозаветнее было прообразом. Все абсолютно. И это надо знать. А зачем мне это знать, когда я с Калининым-то беседовал? Тогда ты вообще ничего не понимаешь. Ты вообще Библию не понимаешь. Спрашиваю, а что в Ветхом Завете прообразовало крещение? У Колосина прямо говорится. И вы обрезаны обрезанием нерукотворенным, обрезанием Христовым, быв крещены. Обрезание Христова теперь, не Моисеева. Вот и все. А отсюда делает и вывод. Восьмидневным было, восьмидневным и крестит церковь. Что непонятно-то? Так ребенок ничего не понимает, и еврейщик восьмидневно ничего не понимал. А написано, кто не будет обрезан, душа та истребится. Что тебе непонятно-то? Тут не надо философствовать. То, что кого попало, крестят, и они, эти люди, мирскими остаются, это вопрос другой совершенно. Это говорится уже не о крещении, а о небрежении. Под крещение подводят тех, которые не должны в храм заходить. Стоять на улице только, среди плачущих быть. Вот у меня... А почему церковь отдает предпочтение более ветхозаветным заповедям? Ну, предпочтение, я бы не сказал так. Это сегодня такой перекос случился. Ветхозаветие, вот, допустим, в форме, одеяния, они только там кресты и прочее, ну, ладан, кадила. В Откровении говорится, а в Новом Завете это нигде нету. Было много светильников. Когда Павел собрал, светильники освещали комнату. Они не имели сакрального значения. А сегодня мы в церкви-то видим другое у них назначение. Это якобы жертва Богу. Этого нигде ничего нету. Светильник об одном напоминает. Свет ногам моим, Библия, а ее скрыли. Светильник ноге моей и свет стезе моей. Тут надо все до конца разъяснять сегодня. Разъяснять простым, понятным языком. А тут все зашифровали. Я говорю, ну вот, выносит Евангелие священник, а под ногами там этот панамарь путается, свечу несет. Зачем он нужен-то? Не знает. Так у нас электрические лампочки, такие пузыри висят. Зачем он-то? Зачем свечку несет? Оказывается, свеча, это еще написано у этого, и у Симеона, там у всех. Вот. Это Иоанн Креститель означает. И вы... При свете его решили там радоваться. Ну зачем зашифровывать-то? Вышел и сказал, перед Евангелием прошел Иоанн Креститель. А со свечкой выходит, из 100 человек мы не нашли ни одного, кто знает.
Это умышленная шифровка. Это все нужно менять. Зачем это нужно? Евангелие тащит задом к народу. Куда это годится считать? Я говорю, 4 замка навешивают на Евангелие. Внутри алтаря считает. Самое отдаленное место. Это замок. Задом народу говорит в ту сторону. Второй замок. На церковно-славянском 3-й замок. И считает, речитает им. Во-во-во-во-во. А еще не знает. Не знает. Мужчина зашел, а я стою сзади. Ну, когда был в соборе еще. У нас отдельно мы не молились. И он постоял маленько. Я пришел песок купить. Песка купить. Матери на могилу. Вот батюшки песочные. Песком торгуют. А еще песок-то вышел во дворе, нагреб его под ногами. И вот. А Евангелие считают. Я ему говорю, ты подожди маленько, сейчас Евангелие посчитают. Он постоял, а этот Иван еще долго будет кричать. Иван! Я говорю, Евангелие, он Иван. Ему песок надо. Песок в глаза, песок в карманы. Вот все. И нам не стыдно, и нам не больно, и нам все равно. И не верят они, то слюнями уже дошли. У них даже, как у католиков, даже кропить нечем, только слюнями мазать. Я и назвал слюнявые крестители. Вот пускай они теперь считают такой ролик. Так назвали слюнявые. Они тут полезут, знаешь как? Из-за названия. Это, я вчера там с человеком разговаривал с одним, и завели такой разговор, что из... Ну, из простого народа такие Господь воздвигнет умелых, вот, и у вас где-то вы список какой-то есть, у вас подборка, да? Да. Вот, на эту тему, вот человек просил, если можно, мне скиньте эту подборку. Я скину сразу сейчас же. Сегодня уже просили у меня, и я ее скинул. Вот. Но это, видишь, пришлось искать, я собирал, трудился те годы, а сегодня материал, а у вас как все так? Потому что у меня все в архивах. Я спрошу, вот вы в Mail.ru переписываетесь? Бывает переписка. А что у вас год назад, не знаю. У меня все переписки, все сохранено. Все. Отдельная переписка вот, с Сергеем Козловым. Я даже завел на форуме, отдельно у меня строкой идет. Отдельно с Соболем, отдельно с Марьясовым. А кроме того, у меня на каждый месяц отдельно я все это сохраняю. Почему? Я часто обращаюсь туда, найти, скопировал. И отдельно папка по главам разбита к истинному православию. Сегодня один спросил о войне. У нас мобилизация 4-я назначается в Украине. И, ну, я ему сразу скинул, и все. И говорю, вот к Лонгину, который епископом там, он говорит, не отдавайте своих сыновей на войну с Россией. Упритесь, и все. Так а посадят. Так посадят, это не убьют, все-таки разница есть. Возьми, сколько поколотили сейчас в Чечне, везде. Ни одного иеговиста не убили, свидетели Иеговы. Ни одного, они все дома. Что непонятно-то? А где она, Афганистан? 14 700 убили. Около 50 тысяч коллег. А один Афганистан поставил. Они все еще здесь ковыляют и гниют трупы. А ни одного иеговиста там не было. Ни одного. Со мной двое сидели за то, что не пошли служить. Они не только не пошли служить, они присягу не принимают. Они оружие в руки не берут. Но я постепенно стал задумываться. Я говорю, они не иеговисты. Настоящие иеговисты это мы. Православные иеговисты, мы знаем имя Иеговы, православные баптисты, но у нас один только баптист, батюшка, отец Аким. Баптист означает креститель. Он один крестит. Вот один баптист у нас есть, нам хватит, как казахам. Ну, отечественно, мы привыкли называть Господа Саваофом. Нужно ли нам давать имя ему Иеговы, называть его Иеговым? Но раз они не знают и не говорят, а Саваоф написан у нас прямо в соборе, выдержка из них, то надо. Я 2000, кажется, 800 раз только в этих в своих книгах упомянул имя Иеговы. И оно теперь на слуху. Вы не говорили тысячелетия, а я заговорил, восполнять желаю этот пробел. И все. Я не согрешил ничем. А Саваоф я упоминаю поменьше, потому что оно уже известно. Я только в стихах, вот представь, имя Иеговы вкраплено у меня примерно 1800 раз в моих стихах. Это чего-то стоит? Обвинить меня никто не может, я признаю Святую Троицу. Но имя это было скрыто напрасно, его надо сделать известным. И мы молимся так. Наш Бог Иегова. Вот может быть ради людей отступить от этого. Видите, как сейчас эти свидетели Иеговы, они настолько уже от себя
отталкивают людей, что люди просто ассоциации такие возникают неприятные. Я переведу ваши слова. Ваши слова звучать должны так. Ну, может так, пускай эти люди во тьме будут, и лишь бы только им не говорить. Они во тьме. Одна пишет, приходили какие-то Иеговы, так это что, имя сатаны такое? Как же не говорит-то? Люди осатанели совершенно, это имя. Он Бог открывается. Что он Бог Саваоф, он так не открывался. Это имя Саваоф больше всего-то упоминает Сафония, пророк Сафония. А что Иегова, он 8 раз Бог говорит. Как тебе имя? Он говорит, Иегова. И все. А 7000 раз, где имя это заменили именем Господь? 7000 раз. Так что свидетели Иеговы абсолютно правы. А им, которые соблазняются, наставить на истинный путь, открыть. У меня сколько было таких, теперь они не говорят. Я понял, говорит, тогда грубое заблуждение было. А я считал, что это от лукавого имя. Ну, довели до какого состояния, что имя Божие стали прилагать к сатане. Это ничего, мимо прошло? Никак. Я поступаю абсолютно правильно, открывая им глаза. Особенно в стихотворениях, когда это имя у меня с интересными местами рифмуется. А. Отец Павел приехал, я пошел открывать. Давай. Так, ему пока Сергей, он подойдет. Сейчас, отец Павел, о котором говорили, которого бывший Максим этот, ну да, епископ-то запретил, содрал с него ряску и магнитофон отобрал. Мы же с ним вот беседовали, сколько, да. Той зимой-то. Да, он сейчас придет, он может быть не один, может с сыном. Он там по селам благовествует, один батюшка, которого такого мы знаем, собирает. А вчера, интересно, одна, наши даже были там, где были-то, и там уже батюшка сразу, ну вот сейчас остается, будет акафист. Задушили акафистами. Да тут на этой волне, что у них так все открылось, народ такой радостный вчера был, тут бы акафисты неделю хотя бы, дайте им акафистам отдохнуть, уже затерли и затрепали. Радуйся, радуйся, радуйся. Нам нужно вместо радуйся поставить плащ о нас, Богородица, рыдай слезами о нас, горе нам. Видишь, Володя пошел, поволокся на улицу. Он сейчас его найдет. А на чем же на снегоходе, да? Ну он приехал, ну там, видимо, за оградой стоит. Ограда-то у нас заперта на ночь. Надо открыть ее. Но приехал на снегоходе. Ну, я не знаю. Нет, у него машина, он живет в городе. В городе Камни на Оби. Это большой город. И, а тут трасса, тут ничего. Это не Потеряевка. Потеряевки вчера мне сообщили, сложились трое, они родственники-то, и купили снегоход. Еще один. Теперь у нас там 4 снегохода. Выручать есть на чем. Когда приезжают, я Игорю все наказываю. Игорь, ты вот посмотри, как северные народы, когда пурга застигает их, как они спасаются. Они не замерзают. Они с пластами останавливаются, у него с собой лопатка, он пластами режет этот. И потом делает такое, выкапывает и сверху крышу делает из этого. А изнутри там бывает лампа или еще, он подпаял, оно все спаялось. И он там, а у него с собой какие-то бобы. Бобы. А что это бобы? Это у них моржовый жир. Там медвежий, белого медведя, все это там страшно много витаминов, но он горький, неприятный, но они их НЗ, неприкосновенный запас. И там он лежит и сосет, неделю может там быть. Ему главное прокормить собак. А у него свое юкола, там рыба мороженая, сушеная, он кинет им сколько. Вода вот, откусил кусок льда, да? Ну вот я говорю, у вас дорога-то сломается, вы. Сурывки-то недалеко, тут 10 километров всего, но все бывает. И... Да у меня палатка. Палатку продуть ничего не будет. Она должна быть под снегом. Если ты это сделаешь под снегом, то вон, гляди теперь. Тебе издалека будет. Отец Павел, я не могу вас увидеть. Молитесь. Дай им валенки, пусть подходят сюда. Тут брат Сергей из Воронежа, Козлов. Поговорите. Давайте. Я маленько подвинусь, дам место вам. Он был, последний раз был у нас. Когда был-то тут? Ваня, давай скорее познакомишься с Сергеем вплотную. Вот они подошли. Уже было еще у вас после вот там, той зимы-то? Да после того, кажется, ну летом, кажется, приезжал за Евангелиями. Что? Он говорит, они временем не располагают. Ну маленько хотя бы покажитесь, отец Павел. Он ждет. Ну, подойдите немножко, 3 минуты, никак нельзя. Человек подойти не может, он парализованный. Я понимаю. Иди. Человек, который любит, молится о вас. Я понимаю, спаси Христос. Вот он. Как не торопись, это поближе, дай большие валенки. Да то не замерзнешь, ты сильный.
Давай. Как такую радостную встречу? Это встреча друзей, это отдушина в этом мире. Подходи, возьми табуреточку. Вот. Давай, посвящись. Вот он. Вот сюда возьми табуретку, сядь. Вот сюда, вот сюда рядом со мной. Вот это самый Сергей. Нет, сюда. Иван, возьми проходи. Вторую табуретку, это отец пускай так. Садит. Сейчас он подойдет, Ваня. Это вот в лагере у нас Ваня был. Там был первый помощник. Вот это ко мне ближе. Здорово, были. Здорово. Вот он. Отец Павел, поближе. Садись, чтобы тебя видно. Вот сюда смотри, чтобы тебя видно было. Вот сюда. Давай ко мне, поближе. Вот сюда, еще ближе, ближе. О. Наклонись сюда к Ване. Прямо головой наклонись. Во, ты что, себя видишь, вон? Да, вижу. Во. Вот это наши друзья пришли. Батюшка, благословите. Благословит. Вот, в прошлый раз-то, когда были, он все знает и видел. Он не может пойти, а мы можем подойти. Это никак нельзя лишить человека такой радости. Мы должны на первое место ставить, конечно, любовь к Богу. Но Господь показал, что любовь к Богу... Как можешь иметь Бога, которого не видел, а которого видел? К Богу идем на молитву, мы навстречу. Тебе тоже шагнуть надо. Вы потом дорогой будете вспоминать, разговаривать. Может, к Сергею вопросы какие есть? Нет? У Сергея, может быть? Да, так, сразу-то вопросов. Как благовествуете, батюшка? Люди слушают. Как благовествуете? Да, по-разному получается, всяко бывает. Народ-то слушает? Любят слушать? Какие любят слушать, какие не очень. А кто больше всего препятствий вам в проповеди ставит? Тангалашка. Власти мирские, коммунисты, может быть? Нет. Или бывшие парторги? Нет. Тангалашка, невидимые. Бесы. Их называют на Афоне тангалашками. Это кого так называют они? Бесов. Вот как. А так, слава Богу. За все. Вот, Ваня, сколько тебе возраст? 22. Наушники снимите поближе микрофон, а то их не слышно совсем. Во, прости, пожалуйста. Вот так. Вот повтори, кто мешает больше всего в проповеди? Тангалашка. Это бесы по-афонски. Святой вот Паисий, святогорец, говорит. Видите, я на радостях-то и забыл снять даже, потому что микрофон далек, а ваши слова были не слышны. Это, ну, наши ездили в Романово, вернулись вчера, по благочинный отец Олег. Себе. Отец Олег и архиерей тут, а тут как раз выступил патриарх, чтобы в каждом приходе, в каждом были миссионеры, освобожденные и прочее. Это, а ничего нету. Ну, сейчас вот речь идет о том, мы сразу позвонил романовский батюшка нашему, дескать, не пришлешь там кого-то ему. Ну и вчера были, все это будет выставлено. Уже я перекачал, а Сергей там и слепит. И все наши были, в пятером ездили с ним. Все засняли, но, видимо, не один ролик будет. В общей сложности на 9 гигабайт накачали. Вот так. И там пели они, зашли, когда в храме были, молились. И потом Игорь выступил в храме Дыбунов. И потом там поехали в другое село, где оповещено было. Ну и там уже встреча была. Сидоровка. Сидоровка. Сидоровка, да. Может, знаете, там, вот. Роман. А смотрите, это YouTube-то и активщий канал. Ну, иногда. Когда вот Ваня включит, смотрим. А Ваня, ты смотришь, Ваня? Смотрю, ну, когда время есть. Вот, Ваня, вот есть. Говорят там где-то, вот он молодой. Ты когда перестал бриться-то? После техникума где-то. Да вот. И во время техникума. Уже техникуме, представь себе, ну какая бородка-то, молодой парень, вот такой Иван Грозный был, когда он, с бородой-то. А почему ты не стал бороду брить? Что на тебя повлияло? Библия, прежде всего. Библия, ты, говоришь, наш материал от бороды попал. Ну да, это потом уже, это в укрепление, как бы, видишь материал. Мы знать не знаем, сколько людей новых приходят, читают и говорят, мы у вас уже там 2 года, 3 года. У нас YouTube, он 21 декабря сейчас будет 2 года, как мы его образовали, канал. Тут многое можно взять. Вот. А с вами священник Евгений ездит? Да. Вчера ходили на благовестие
Багору до Камня на Оби. Угу. Берем улицу и пошли. Он по одной стороне, я по другой. Ну, у вас поддержка-то молитвенная хорошая? Просим молитв. У нас уже все знали, молились, без этого вообще все по-другому. Все, когда конечно. Молятся, знают. Ну, одно дело вот братьев, а другое дело вот батюшку, священника там, его же видно, и воплощение, и все, его уж принимают, наверное, по-другому совершенно, вот, нежели там людей в обычной одежде. Да, это как со стороны сказать, а когда походишь, то скажут, а ты с какой секты? Понимаешь, они ничего не видят. Священник там, не священник, для них это сектанты все. Говорит, наши батюшки не ходят, говорит. А я говорю, так они и не соблюдают Евангелие. Ну, откройте, я говорю, 22 главу Матфея, 12 Евангелие от Луки, 14. Что Господь говорит? Идите по всему миру, каждое село, сам Господь шел. Проповедуйте Евангелие всей твари. Вот. И вот они это... А ничего не надо принимать, говорит батюшки, говорит, от других. Сами ничего не дают и ничего не принимайте. Ну, наши сейчас приехали, ездили поездом, купили билет, в один конец проехали и обратно в поезде благовествовать-то. И что, как узнают, сразу нас высчитали, говорит, бесплатный православный ничего не дает, а Евангелие, патриаршие выпустили, четверо Евангелия, вы бесплатные, пошли отсюда. Сектанты всегда определяют то, что сектанты дают бесплатно, а православные ничего бесплатно не дают. Пошли отсюда вон. Вот такая, так везде почти что. Вот говорит, это, говорит, сектанты бесплатно, а православные все продают. А такая она сектанты, прямо все перепортили своим бессеребренным отношением. Ну вот им даешь бесплатно, смотрите, Московский патриархат, журнал красивый. Все, говорит, это какая-то секта. Я говорю, ну если для вас секта Московский патриархат, то я не знаю, где вы церковь найдете. Самая большая секта, говорит, это патриархия сегодня. Им показываешь на обложке кресты, купола, колокола, батюшка там идет, патриарх выступает. Ничего не видят. Конечно, слепые. Конечно, зомби. Хочешь пообщаться с человеком? А говорю, а вы зомби. В телевизоре пропадаете, да, говорит. Смотри. Я говорю, ну начнитесь от этого, начните читать, веровать, молиться, каяться. Храмы, говорю, открыты, идите туда. Священники вас ждут, они сами не идут, но вас ждут, когда вы придете. Трудиться на этом поприще, я думаю, стереотипы эти можно разрушить. Вот сейчас же людей много. Опять же, и в интернете, и Ютуб смотрят, и побольше вот таких со священниками и проповедующими роликов. И вот я думаю, люди начнут по-другому совершенно думать. Стереотипы. Зомбированы люди, да. Конечно. Не могут отличить. А наши, говорят, батюшки не ходят. Вот. И мы не... Да говорю, мы должны и батюшки все идти, и все миряне должны идти, благовествовать в каждый дом, а не сектанты. Сектантам делом бы нечего было бы. Там если бы мы знали, но было, да, православные-то шли. Да, православные бы шли бы и везде бы. Всюду православие бы сеялось, христианская вера, евангельская вера сеялась. А тогда и сектантам делать нечего было бы. Эти сектанты бы и к нам перешли бы все. Вот так. Я все говорю, монахи просидели за стенами, 2 миллиарда мусульман упустили, а теперь только трясутся, где взрывы, где что есть. Ни одного, Андрей Кураев говорит, за 600 лет ни одного Кирилла Мефодия не нашли послать им. Ну, Кирилл-то Мефодия придут позже, еще почти на 200 лет после Магомета-то. Но могли раньше-то послать-то, ни одного. Только налог собирали с них, говорит, и все. А встретились уже, когда подошли с мечами. А теперь поздно. Уже у них Авраам этот Ибрагимом будет, и все. Вот так. Иногда говорят, вот сейчас, ну вы зимой-то такая погода, там трудно ехать на благовестие. Я говорю, почему вы не жалеете рыбаков, который идет вот этот Ваня, там, среди зимы, сверлит, долбит лунки во льду, чтобы поймать какую-то рыбу-то. А человек-то говорит, идите, сделаю вас ловцами человека. Так я сухой, поехал там в другую деревню, в другой город зимой-то. Это, вот тебе и пример. Он идет и пишет, говорит, тут ты промок, и все, и из-под льда охота рыбку вытащить. Но этого человека из-под завала греха вытащить, а что-то стоит, наверное. Да.
Вас когда где бываете, это еще приглашают, чтобы приехали? Приглашают. Есть деревни, где желали бы там и еще встречи быть, ну вот, и помолиться, и это, есть такие люди. Вышка, Господь вознаграждает вот за вот это дело проповеди, дело благовестия. Чем вообще вознаграждает Господь? А всем, слава Богу, аллилуйя за все, поем Богу. Вот, всем. А где вот вы бываете, где почва такая, вас знают, священники заранее предупредили против вас, а бывает место приехали, где вас никто не знает, и там почва еще не протравлена, так скажем, где лучше принимают? Где батюшки не прошли, вот, где с попами не общались, там прием хороший. Где священники прошли, там они настроили же пасту, ничего не брать, ни у кого ничего не брать, не читать. Все мертво, мертвецы. И так мертвые, и еще мертвее сделали их. И там тяжело это все принимается, сеется. Вот. Знаешь, не брать, не считать, ни у кого. Они свое еще не берут и считают. А потом говорят, вы же извините, наш народ тупой, безмозглый. Да как же такими их сделали-то? Конечно. Когда начинаешь говорить, которые неграмотные, это легче с вами сладить-то. А когда вы грамотные будете, наученные, знать, где право, где лево, отличать, тогда вы рассуждать будете правильно, где спасительно, а где не спасительно, все испытываете, апостол Павел, все испытываете, а лучше держитесь. Мы с одним портреем хорошим шли на занятия здесь в университет. Ну хороший батюшка просто. А потом говорит, я никак не пойму, почему Христос вывел в притче о милосердном самарянине самым жестоким, безразличным именно образ священника. Даже не остановился, даже не поинтересовался, видит израненный еврей лежит его. И он прошел мимо, как. Это почему же Христос так показал? Я говорю, а ты не чувствуешь, что вы такие все? Лит вот этот диакон еще, он маленько поинтересовался, он маленько, он бывает в интернете, диакон-то такой размолоченный маленько-то. Я Андрея такого спросили, а почему ты не священник диакон? А я свободен, говорит. Служба, ты без священника не проведешь, а без диакона свободно. И поэтому я могу месяцами в храме не быть, где на благовестие это. Вот какое отношение. Бог это вывел, и поэтому вот этот стереотип, что священник это злая фигура, нужно ломать. Как? Ну а раньше в русском народе было так, если пошел куда-то на рыбалку, а идет священник, перейди на другую сторону улицы, иначе несчастная рыбалка будет. Встреча со священником грозила неприятности. Не так, что он увидел на другой стороне, бросился и благословил батюшка, прибежал бы к нему. Нет. Один пишет, доктор юридических наук, я, говорит, когда вижу милиционера, я на другую сторону улицы перехожу, говорит. Доктор юридических наук. И где? Человек и закон. В журнале пишут. Почему? Ну, потому что они таких туда набирают. И сегодня в попы вот такие, вчерашний парторг, сегодня настоятелем. Еще с него спрашивать, он пропитан этой закваской-то? Ну что, батюшек держать не будем? Конечно, мы не становимся, там дела не держат. Спасибо, Христос. Пару слов Сергею скажите, терпение ему. Дай Бог тебе терпеть, молиться, терпением вашим спасайте души ваши. Кончилось терпение, переходим на долготерпение. Святые отцы советуют. Да. Как одного лукавого искушали, а он говорит, а я, говорит, на 200 лет терпением запасся. Так что я слушать не буду. А у одного беса решили искушать и говорит, вот ты в пустыне, трудно. Он говорит, конечно, трудно. Он разговаривает как с человеком уже. И воды нет, и воды, говорит, нету. Да я, говорит, узнал. Тебе, говорит, еще здесь 10 лет быть, а 80 лет. 10 лет? Говорит, а я на 100 лет, говорит, приготовился. Дьявол, говорит, нырнул в песок и больше не появился. Одна дыра осталась в песке. Ты ему отвечай так, что трудности преодолевает Господь, его силы. И на этом все. Они пугают. А тебе за что награда была бы, если бы тебя любили, только и хвалили и прочее. Я утром встаю и посмотрю на меня, сколько поношений, при том люди ничего не знают совершенно. Заступаются за бесов, а не за меня. Я говорю, это группа дятла победила от бесов.
бесы ее разорвали изнутри. Ой, какие эти жестокие вот эти сидят дядьки на нас. На нашем же сидят в Ютубе и нас поносят. А мне до того смешно. Они вызывают, выйди. А зачем выйти? Я молился уже, сейчас только избавят лукавого. Я избавлюсь от них. Ой. Не надо ни на что смотреть. А тебе что до того? Ты иди, Господь сказал ему. Ну все. Храни Господь тебя. А? Храни Господь, да. Сергея. Вот представь, 12 лет на страже нашей. Господь поставил на вахту Сергея. И он это все принял и несет. Всегда его в молитвах везде поминайте, чтобы Бог дал до конца терпение. Он вот один ролик тут, мы беседовали, Виктор Андреевич врач был. Сейчас люди смотрят этот ролик, на меня отзывы, а мы встретились с Сергеем, ой-ой-ой, а мы-то думаем, мы болели. У него какие болезни там, что у него, что там внутри, и как там это все грибком покрывается, и внутри, у него все внутренне скрыто, это 12 лет. И он образцом должен служить. В этом вопросе. И люди вот поговорили, ну, понятно, даже слышать и то страшно. И это уже положительный эффект. И Златоуст говорит, самое полезное быть там, где больные, и там, где судилище, где людей осуждают. Чтоб ты задумался, у тебя это тоже может быть, и при том завтра, даже не послезавтра, или сегодня. Вот так. Его Бог избрал на это. Одна говорит, Сергей говорит, что это благо болеть, а одновременно молится об излечении. Как это совместить? Мы высказываем мысль, мое желание. Но Господь говорит, да минует меня чаша сия. А дальше, на этот час я и пришел. Так минует или пришел? Ну, надо понимать, по человечеству страх обуял. А по божественному покоряется воле. И в нас это чувство. И оно соединяется. Одно наша плоть, другое побеждает душа. Душа должна быть госпожою. Вот такой ответ. Аминь. Вот. Аминь. Имя ему. Аминь. Он, я похвалюсь, как меня тут один человек обобрал до нитки. Это вот отец Павел. Вот сколько Евангелий привезли раздавать, он все перетаскал к себе. Все до последнего. Четверо Евангелия. Христос, ага. Евангелие это сейчас дадим вам. Игнатий Тихонович, благодарю за Евангелие. Да. Послали. Сейчас Евангелие дадим тебе эти патриаршие красные, по 4 Евангелия. Прямо сейчас зададим. И помолитесь за Ольгу, которая умеет доставать. Спасибо. Ольга одна. Она больше Сергей. Всех работает здесь. Мы не знаем даже, какие у нее источники, к ней книги расположены. Она сама образовала библиотеку, это вообще частная библиотека, и там попы идут. И один говорит, там у нее что-то увел, книги какие, и утащил, просто утащил. А я говорю, то я знаю его, у меня, говорит, кличка ему, говорит, я его зову наглая поповская рожа. Можно я вопрос, батюшки, один? Отдаете как Евангелие после какого-то утверждения или просто отдаете в руки или спрашиваете сначала у человека, смотрите на человека? Приветствуем с первого его, спрашиваем, будете читать? Вы Евангелие, журналы, газеты, читающие или не читающие. Если у вас Святая Библия или Евангелие, они ждут ответ, они размышляют, а есть ли у меня что-то? Или нет, где-то что-то было, они помнят еще. Вы будете читать? Вот, вам дарим, бесплатно, безвозмездно. Они подумают, будем, тогда даем. Если говорят, не будем, мы не даем. То есть, вот так вот. Или мы, говорит, у нас есть, Библия Святая там, или Евангелие, ну, журналы почитаем. Смотришь человека, если не читающий, да мне одного хватит, ну, один возьми, понимаете. Это мы в Коробейниках были, сестра спросила, а у вас Евангелие-то есть, бабушка есть, есть. А Нина ей говорит, ну и покажите, она принесла сонник. Сонник принесла. И там прихожан, у них, говорит, шестеро, а которые монахи семеро. На 1000 населения и 6 человек приходят в храм. Ну нормально это. И мы там раздали новых заветов в Псалтире, 450. Два Евангелия на все село только нашли. И пожалуйста, и там роман был, он вышел, записали мы все, милиционера, майора призвал, видели, да. А его сейчас епископом поставили, он епископ Рубцовский. Ну и все. Они выбирают самое достойное, те, которые воюют больше всего против истины. У меня просто убеждение в этом.
Ладно. Все. Благодарим. Ну, спаси Христос. Христос. Провожаем. Они так. Тут уже кошки до рыбы добрались. Да, так. Уже залезли? Да. Вот тебе на. Все. Выложи, выложи сумку, освободи. А нет, это ваша сумка. Наша? Да. Ну сейчас вам Евангелие дадут, я тогда не отойду Сергею. Да. Нет, а. Ну я по делу там, Игнатий Петрович. Тебе нужно что-то? Вы нужны. А? Вы нужны. Ну говори. Так, надо это, учиться отсюда. Давайте, я потом перезвоним, вы там не были. Так, Сергей, ко мне ничего такого срочного нету? Нет. Ну, слава Божию. Благослови тебя, Господь. Отходи. Так, все, он ушел. Все, погасил. Все. Слава Богу. Многое нам Господь дал. И зато отвечать придется. Пойдем.